мирном пациенты могут получить второй компонент вакцины от коронавирусной инфекции, если первый был получен в другом регионе России. Это касается как жителей района, так и гостей. Для получения второго компонента важно, чтобы данные о первом были внесены в Федеральный регистр привитых. Это делает медицинская организация, выполнившая первую прививку. После записи на вакцинацию во взрослой поликлинике, также в медпунктах Алроса, проверят наличие этих данных в регистре. После гражданину предложат пройти осмотр и получить второй компонент. Сведения об этом также будут переданы в Федеральный регистр, чтобы пациент мог получить электронный сертификат о вакцинации. В принципе, как бы вот никаких сложностей не должно быть. У нас количество вакцин рассчитано, конечно, но приоритетно мы рассчитываем на двухкомпонентную вакцинацию взрослого населения. Но если бывают такие прецеденты, все-таки мы не отказываем. И второй компонент, если человек зарегистрирован в федеральном регистре вакцинированных, он имеет право получать и на второй компонент вакцины.